нет. Марсика. А где Марсика? Лерочек. Лерочек, давай. Когда не было Мирки, Лирик такие пируэты делал. Шкурка. Шкурка толстая. Где же Марсюн? А он спит. А, здорово. А ты позже всех встал. Любишь поспать? Еще солнышко не встало. Оно встало? Вот там оно стоит, вот там. Ну, сегодня, видите, день такой пасмурный. Не жарко будет. Марсика разбудили. А я вышел, Лирик гавкал на ворота. Вышел и там на кого-то, ну, соседи ходят, а он на них гавкает. И я вышел и говорю: Лирик, ты что? Сейчас пересыкать будет. Марсика, видите, а, после того, как подрались, стал себя чувствовать старшим, Лирик. Раньше он этого не делал, не пересыкал. А сейчас, видите, пошел, чувствует превосходство. Ну, Марсик выбрал более крупный объект, знаете, какой. Ну, видите, Марсюха, благодаря тебе кипарисик растет. Видите, это Марсик его окроплял, кипарисик, и он вымахал. Каждое утро он подходит, подбегает сюда и окропляет. А вон и Серега идет. Вот. А Лирик его и встречал, ждал, а я его отогнал оттуда, от калитки. А сейчас время 6 утра. О, доброе утро. Здорово. Ну что ты? Лирик тебя там встречал, а я утром говорю: Лирик, что ты гавкаешь? Глянул, никого нету. А он чувствует время, когда ты придешь. И побежал встречать. Он всегда Серегу встречает. Ну иди встречай, что ты, Лирик? Сел там в стороне, как не родной. Вон, приглашение. Куда? А, на голосование. Пойдем. Отдадим свой голос. Выборы губернатора раскидывают по почтовым ящикам. Так, 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 так. Ну что? Ну что, вчера дочистили, Сереж, озеро, да? Озеро дочистили? Нет, опять забило. Опять? О, блин. Туда до поручней протянули. Ага. А сюда начал тянуть, там до моста, я не знаю, ну метр, наверное, не хватило.
Раз и встал. А что забивается? Что, в насосе что-то, да? Ну, или камушек попал, или не знаю. Ты. Незадача. Тут уже его подняли. Угу. Начали включать, а он мучит и не работает. Опять раскручивать, опять крутить его, да? Ну да. Ну ты посмотри, может там что-то, щель сделать меньше или что-то, ну. Может быть, крыльчаточку чуть проточить, чтобы она там не клинила. Этот, разберете, позови мне, ладно тогда? С утра, видите? Вот такое умывание у нас. Потом Мирка его будет умывать. Лирик-то поехал. Лирик. Вот камеру уберу, он перестанет ездить. У меня у мамы кошка, котенка родила. Так она ему ухо до такой степени залезала. Вот как в этом, как фильм этот, «Звездные войны», как он этот, зеленый этот. Угу. То тоже ухо такое корявое. Так и у него у котенка и лысое. Вот только начало зарастать. Бедно ухо. Надо чем-то его... Или намазать горчицей, чтобы она его не лизала. А помнишь, как мы горчицей этой посыпали эти траву газонную? Да, и перцем посыпали. И перцем, и этим посеяли газонную траву вот здесь вот. Вот тут. А она это самое не всходила, потому что вот эти друзья бегали и вытаптывали. Ну, мордой вот, ковыряли. Вот тут я не посыпал, вот там вот я посыпал. Угу. Я помню, там и здесь. Здесь я посыпал. Ну, вот здесь. Вот это все поле засыпал. Они подходят и как свинки начинают ковырять. То ли им семена нравились, то ли что. Ну, и мы перца. А где, покажи, та баночка с перцем еще есть. Нет, не убрали, она там стоит. Есть, есть, поищи. Там перца полно еще. Я в магазине весь перец купил, тогда помню. Вон она. Да-да-да, покажи. Тут еще и перец есть. Еще и перец есть. Вон, ну, видите? Так она была полная, еще там маленькая баночка полная была. Да, я где-то 50 пакетов купил. Высыпал туда и все, чтобы вот эти друзья дали этой травке взойти. А им так хотелось покушать семян. Они, наверное, вкусные. И так вот утро. Лирик идет встречать Серегу всегда. Марсик вот здесь спит. А Мирка, она, уже видели, выбежала. Лерочек, ну хватит, все уже. Все. Актер ты, знаем мы. Ты же не такой. Ты ж только на камеру это делаешь. И уже я знаю, но... А зрители-то не знают и думают, а, Лирика, надо глистовать, что он там на попе ездит. О, смотрите. Видит, что я на него навел, и начинаются поездки. Это не делает этого. Я еще каждое утро выхожу и любуюсь. У меня тут цветочки. Уже они начинают потихонечку отходить, но еще радует меня. Вот я каждое утро радуюсь этим цветочкам. Смотрите. Сразу на туши становится теплее. Они уже заканчивает свое цветение. Марсик окропляет, видите? Вот посадили барбарис.
Марсенчик, да ты ж моя радость. Вот он. Видите, кустик маленький. Вот он его окропил. Теперь он будет вот таким большим, как вот этот. Этот он вчера окропил. Видите, он какой вырос уже. И вот я. Смотрите. А вон там у меня тоже цветочки. Вот они тоже. Под крышей аж. Конечно, когда такую красоту смотришь, радость на душе. Ну, это для души, а это для тела. Иду и смотрю, а как там наша бахча, как там наши арбузики. Арбузики наши растут. Гляньте, вот он один, а вон второй спрятался в тенечке. Ну, пусть там будет. Может, его на солнце надо? Ну, гляньте. И там остальные арбузики. Пройдем, проверим. А здесь вот маленькие. Вот цветут. Это специально зимний сорт арбузов. К зиме как раз будут. О, какой-то полосатый. А вот он, видите. Этот хорошенький. Улитка здесь, вот она. Пришла покушать что-то тоже. Здесь тоже вон арбузики. И вон. Вот арбузик, видите, лежит. А тут Марсик у нас по-крупному удобряет. А здесь вот помидорчики, видите? Скоро уже буду срывать. Только ты помидорчик, если будешь поливать, Марсик, не сюда окропляй, а вот сюда вот, в основание. Понял? Дверь я оставил открытой. Побежали в дом. Пирочек, пока их нету, давай тебе. Ага. Слышали? Только я... Марсик, а это что такое? Только я хотел погладить пирочка, услышали и побежали. А Марсик тоже видели? Недавно ж только дрался. Он тебе опять даст. Опять к врачу везти придется. Ладно, Лерик, я тебе в обед поглажу. Они уйдут в сад. Или в саду тебе там найду и поглажу. Лерик обычно ходит в сад один. И там мы с ним играем. Я его чухаю, глажу. А эти вот сами себя, видите, чухают. Thank you.
Ну ладно, пусть они тут занимаются на потеху Лирику. Лирик со стороны смотрит. Это они маленький театр устраивают. Я пойду познакомлюсь с рекламой, определюсь, за кого голосовать. Как в той песне выбери меня, птицу счастья завтрашнего дня. Помните, песня была такая? Ну, хоть птицу, а не крупное животное, которое в лесу живет. Тишина такая. Птички, слышите? Чирик, чирик. Я за птичек, которые поют красиво. Ну, надо не только петь, надо еще что-то и делать. Петь все могут. Видите, еще цветочки. Все, собачки уже потеряли ко мне интерес. Они уже забыли, что я их снимаю. Они живут своей жизнью. Мирка побежал он в сад. Лирик тоже пошел. Лирик сам ходит, ему не надо приглашений. А Марсик никогда не пойдет сам. Ну что, пойдешь? Давай, хоть раз сделаем по-другому. Ты хоть раз сам пойдешь. Ну, сделай прорыв. Как говорит наш главврач страны. Нам нужен рывок. Все, идем. Идем, сам иди. Все. Вот мы. Идем на прорыв. Пошли, Марсик, времени нет уже. Хватит раскачиваться. Давай, Марсик. О, это нужно. Это деловое, да. Ну что, все? Все. Собачки пошли в сад. Марсик пошел по периметру. А я пошел завтракать домой.